Ну что, случился долгожданный момент. Я приехала на почту за своей самой первой, самой долгожданной посылки. Сейчас я ее получаю, а потом обязательно мы вместе с вами ее вскроем. Долгожданная посылочка. Я раньше так не радовалась. Итак, вот я и дома, и начинаем вскрытие долгожданной посылочки. Вот так приходит коробочка на почту России. Так, дальше мы... Не знаю, откуда ее начать разрезать. Тут даже прописано: Армель, живи, люби, твори. Итак, смотрим. Значит, первое, с чего мы начинаем заказ в компании, это с оформления на папочку. Можно оформиться на 100 рублей, тогда вам папочка не приходит. А можно за 1950 приобрести вот такую вот шикарную папку с ароматами. И на этом начинается ваш бизнес. Смотрите, как все легко и просто. Всего за 1950 рублей вы открываете свое личное дело. Ни один традиционный бизнес не начинается с вложения там 2000 рублей. А здесь вы можете приобрести вот эту папку и уже начинать действовать, начинать зарабатывать первые деньги. И дальше уже создавать свой, так скажем, мини-магазинчик. Вот сейчас я буду таким маленьким магазинчиком. Я сейчас объясню, почему. Итак, это папка. Вот она такая новая, красивая, с пробничками сиреневого цвета. Я оформилась неделю назад в компанию. И сразу же начала действовать, не дождавшись папки. Я еще раз хочу поблагодарить Татьяну Клопотову, которая одолжила мне свою папочку. И я благодаря этому смогла и заказ собрать. И уже в моей структуре спустя 7 дней 6 подключений, 7-я ждет на очереди. Причем это разные города, это Иркутск, Екатеринбург, Орск, Нефтеюганск. Сейчас, может быть, кого-то забыла, но обязательно все это еще будет озвучено, будут и мои видеообращения. Но вот эта папочка, вторая папочка бордового цвета, это папка для уже моего партнера из города Оренбурга. Точнее, вот это моя, а вот эта папочка для моего партнера. Так, внутри давайте посмотрим. Внутри тоже она такая же, видите, новенькая, красивая, с ароматами. Так, дальше. Дальше, как я уже сказала, я выполняю все вызовы и акции от компании. Почему это важно? Потому что я пришла для бизнеса, для серьезного бизнеса, и я стала сразу ключевым человеком в команде моей вышестоящей линии. Потому что есть один важный момент в сетевом бизнесе: все копируется и дублицируется. То, что делаете вы, делает ваша команда. Поэтому я с первого же этапа собрала заказ и выполнила акцию новичка. В чем она заключается? Мы заказываем продукцию на 55 баллов, но это в среднем там 6 флаконов духов, и при этом 7-й флакон мы получаем в подарок. Это очень классно, потому что этот флакон будет вашим рабочим инструментом, вы можете его тестировать и уже на этом получать первые деньги, либо вы можете этот флакон продать. Но я всегда стараюсь что-то вложить в бизнес, да, чтобы что-то получить, нужно что-то вложить. И вот
свой флакон. Я акционный. Я подарю своему мужу. Я тихонечко выведала, какой ему понравился запах, и сегодня сделаю ему сюрприз. Думаю, ему будет очень-очень-очень приятно. Итак, вот он уже мой маленький магазинчик. У меня не было возможности сразу заказать много продукции, поэтому я набрала несколько флакончиков, наиболее понравившихся мне на свой вкус. И уже из этих флаконов у меня остается только 2. Вот такой быстрый бизнес, девочки и мальчики. Так, теперь у меня заказали шампунь и кондиционер. Один шампунь и кондиционер я взяла себе. И один это у меня уже заказ. Обязательно попробую, обязательно расскажу свои отзывы, поделюсь впечатлениями. Дальше. Ароматизатор воздуха. Кстати, что мне понравилось в этих ароматизаторах, ароматизаторы, они с ароматом идут духов, то есть у них не именно какие-то, обычно какие-то в ароматизаторах такие дешевые резкие запахи, особенно вот летом в газелях едешь, если здесь аромат духов. Я взяла тоже мужской аромат на пробу и тоже подарю мужу в машину. Так, дальше. Набор для аромавизитницы. Здесь идут карточки и даже блоттеры. Вообще не ожидала, что будут блоттеры, потому что отдельно их заказывала, но это вообще суперское. В ближайшее время буду делать аромавизитницу, обязательно запишу видео, как ее сделать. Переходя по ссылке в верхнем углу, вы найдете видео, как сделать самой аромавизитницу. Так. Это такой маленький блокнотик, но на самом деле это не блокнотик, а блоттеры, так как он открывается. Ух ты, он на магните, представляете? Чпок, на магнитике. Вот, это как раз-таки тоже наш рабочий инструмент для аромавизитницы. Кстати, на мой взгляд, вот эти блоттеры удобнее, да, потому что у них есть такой тоненький носик, на который можно нанести аромат, макнуть его в пробничек. А здесь идут просто палочки. Но это уже придирство с моей стороны. Все замечательно. Можно использовать и то, и то. Так, и прайсы. Это тоже отличный инструмент для работы. То есть все, кому мы говорим какую-то информацию, даже если человек не заинтересовался, дарим такую, ну, по крайней мере, я буду дарить вот такой вот маленький буклетик. Здесь я буду оставлять свои контактные данные на оборотке. Так, и обратная сторона. Вот, на обратной стороне пишем свои контакты, и она работает как визитка. Если визитку все-таки, ну, бывает иногда люди там затеряли, выкинули, все-таки я считаю, вот такой буклетик, ну, жалко выкинуть. А можно придумать, как я бантики из органзы делаю, и еще и брызгать аромат. Он еще и будет держаться. Так. Все. Больше ничего здесь нету. Первый заказик уже вот такой вот маленький, но я считаю, он самый важный в старте, потому что здесь приходит ваш основной рабочий инструмент. Всегда буду носить его в сумке, это легко. Просто сидите в поликлинике, там ожидаете очередь, достали. Даже просто достали и сами нюхайте. Найдутся желающие узнать, а что это такое. Едете в транспорте, я не знаю, там, ну, в любом месте это можно делать, это просто, не нужно изучать продукцию, да, очень часто мы приходим в какую-то сетевую компанию, нам нужно сначала изучить продукт, как его нанести, для чего он нужен, там, я не знаю, для какого типа кожи, если это БАДы, то когда его можно, когда не можно. Здесь все намного проще. Мы нанесли аромат на руку, сначала дали понюхать, нанесли на руку. Все, человеку понравилось, это ваш клиент, либо ваш партнер. Поэтому всем спасибо, кто смотрел это видео. У меня сегодня большая радость. Пошла радовать своего партнера, пошла радовать своих клиентов. И до связи. Всем пока-пока.
Если вам понравилось просмотренное видео, ставь лайк и подписывайся на канал. Также, чтобы просмотреть другие интересные видео, кликайте по ссылке на экране.